Добрый день, дорогие друзья! Этот обзор подготовлен специально для магазина fmagazin.ru. Сегодня я расскажу о Тренберье Norfin Active Line 2. Тренберье поставляется вот такой вот упаковке. Это пакетик. Состоит оно из трех видов полиэстеров. То есть тут натуральных тканей нету. Это все полиэстеры. Вот. Рассчитано оно на высокую активность и на прохладную погоду. То есть не на холодную, а на такую прохладную, либо нужно сильное утепление. Вот. Размер это у нас ML. Оно как бы идеально подходит на не сильно объемного человека. То есть, мой вес там 60 кг и рост в районе 170. Оно идеально садится, полностью облегает тело. Сейчас я покажу само тренберье. Это вот у нас кофта. Тут на животе логотип Norfin. Ни замков, ничего нету. Чисто манжеты сверху. Тут тоже как бы ткань такая приятная на ощупь. Везде манжеты. На рукавах тоже вот манжеты у нас сделаны. Все сделано для того, чтобы максимально оно облегало тело. Вот. Это тренберье я использую с вторым слоем, со вторым и с третьим слоем, такими как Norfin Nord и со слоем флиса. То есть для утепления используется флис. Одно тренберье довольно холодное, такое тренберье можно носить, пожалуй, только до минус 5, наверное, градусов. Без ветра, да. До минус 5 градусов без ветра, а когда... Да, с тонким костюмом. Вот. А когда начинается ветер, когда начинается похолодание, я поддеваю вначале более толстое термобелье Norfin Nord. И, оно ощутимо помогает уже до минус 10-15 градусов с небольшим ветром. А когда морозы совсем сильные, тогда стоит уже одеть еще и флис. Получается, использую этот термобелье с костюмом, с комбинезоном чемпион. Вот. И, оно вполне неплохо. Самое главное, что оно хорошо отводит влагу. Оно для этого приспособлено, и это его основная функция. Вот. Поэтому всем могу советовать это термобелье на первый базовый слой для тех, кто занимается активным отдыхом, зимним блеснением, безмотыльной мормышкой, когда много поиска, много бурения лунок. Вот всем могу советовать это термобелье. А на этом обзор я свой заканчиваю. Всем спасибо за внимание. До свидания.